Всем привет, с вами Родин Клик. Немножко подкрутил микрофончик в плане усиляшечек и прочего. Вроде как должно быть чуть громче, но я не знаю. Вот, и FPS больше стало, непонятно почему, на самом деле. Ну, стандартная фигня. Такое. Чё по матчапу? Зоя против Владимира. Ну, тут задумка вообще изи. Типа, мы просто стоим и сустоимся, она не может нас убить. Ну, как, в принципе, наверное. Ну, может, конечно, но это очень сложно. То есть. Это низкая элла еще. То есть, я плохо прошел промо на трех аккаунтах. И все. Потому что очень долго, типа, не играл. Играл мало, еще дольше. И еще в разные игрулечки играл. Ну, это, в принципе, как бы одно и то же. Чуть надо потише сделать мне. Да. Еще плюс какое-то вроде как невезение. Ну вот на последнем, вот на вестовском аккаунте точно. Там я первый получается турецкий, второй на рашке, а вот третий на весте. Я попроходил промо и вот как-то так. Потом у меня еще выкачался аккаунт на рашке один. И еще один аккаунт на Северной Европе. Но я на них, наверное, буду, когда уже даймонды на этих всех трех вкачаю. Что, надеюсь, произойдет крайне быстро. Ну так, плюс-минус. Ну, на Вейсе, наверное, дольше всего. Ну вот, в итоге мы с ней примерно разменялись, хотя у нее прокнула ее руна, а у меня нет. Ну, то есть, тут все просто. Плюс у меня руна, опять же. Я Магресс даже взял. Хотя у них вроде как и Офелий, которого понерфили, кстати. Поэтому вряд ли он будет расфиженный какой-то там. Вообще страшный, опасный. Вот, вровень по фарму стоим с ней. Да, вообще все по кайфу. Как бы. Потому что фарм... Ой-ой-ой, заговорил про фармы сразу. Ну, на топе там хорошо. Поэтому все. Это все перекрывает. Вот сейчас бы давил тележку, и они бы сдохли. Вон. Представил, что давил тележку, и они реально начали умирать. Так, ну-ну-ну, Зойка. Чё хочешь, Зойка? Такой, сейчас я ее попробую подловить здесь. А в итоге она меня подловила не так. Ой, блин, это прискорбно. Ну, ладно. Ой, Лисин, кто ж знал-то? Ну это вообще жесть какая-то. Я думал, там все его разминают активно, а в итоге получилось все так себе. Лисин, конечно, опасный получился. Да. Ну, Габелла немного попахивает. Ну, к слову, о везении, чё. Ну, реально, вестовский это так прям вообще. Вроде как я не так уж и плох, а он вообще плох, этот аккаунт вообще. Ну-ну-ну. Зойка. Вот так. Красиво. В итоге у меня сейчас даже есть возможность зафризить. Но, наверное, надо убить крипчиков некоторых, чтобы они не сильно меня били. Ну-ну-ну. Все, кайфуем. Да-да-да. В итоге сейчас она должна немало потерять. Ой, блин. Такое. Ну вот эти должны милишники умереть. Она даже экспы за них не получит. Кайфуем, кайфуем. Ну-ну-ну. О, нет, не вошло. А
Отмена автушечки. Ну, на 10 крипасов перефармила я вам по кайфу. Флеш отдал, но он же откатится. Вот крипов как было, так и останется. Мало в нее. Ну, хотя как, понятно, после... после часа игры оно, конечно, все в ноль будет. Но я же лайтовенький, поэтому... Ох, уж эти отмазы. Ну, неплохо, Офелия убили. Ну, вообще, на боте все очень хорошо. То есть, смотрите, фарм, ну, все, домой. Домой, домой. Олаф опять гангает. Ну, хотя больше нечего гангать, потому что там этот безэскейповый пацан, как бы, а Камила всякая эскейповая. Лол. Нифига разница в уровне. Ой, блин. Ну, блин, что-то я попытался ее как-то подловить, но в итоге не получилось. Чуть раньше надо было подшагивать в нее. Блин, надо чуть опустить камеру, что-то реально. Чуть надо вот так вот сделать. А то что-то я прям уж совсем разлегся тут, и поэтому меня прям не видно, не видно. Да. Зоек много, вот я, в принципе, это и на рашке тоже, что-то прям в голде их овер дофига. То есть, прям резко я это заметил. Ее вроде как не апали, а в итоге такое. Ну, все. Совсем уже сдеградировал вот в голде. Ну, понятное дело, это платина ММР, но ну, вот как-то это странно, то есть низкий винрейт, при этом платина ММР, при этом, ну, в общем, сомнительная фигня. Играть в голде, будучи в прошлом сезоне Даймондом Веста. Ну, я под конец чуть упал, но это так, чисто уже на пофигу было. Нет, осьминожка. Блин, осьминожка, прикольно. Ладно. Там. Ой, вроде как по киллам все плохо, но в итоге этот топ имеет что-то, но топ это такое себе. Вроде как его там хвалили одно время, этого Рамбла, мол, такой странный пик, такой неординарный, такой неожиданный. Ну-ну-ну. О, все, все, кайфуем. Сейчас, правда, ли любитель псин зайдет, но... У меня к тому моменту должен флеш откатиться, и я сыграю по Зойке. Несмотря на то, что у нее хил, но я это учту. У меня урона хватит, по идее. Все, идеально. Идеально флеш откатывается. А, она шарит. Ну ладно. Я сейчас только подхилюсь побольше. И 100% доберу тележечку. Очень хорошо. Не-не-не, Зойка. Не-не. Это вообще жесть какая-то. Ну, это прям... Мне прям страшно, как я на этом илле был. Точнее, и сейчас есть. При этом это еще какая-нибудь платка. Ну, такое. В принципе, это реально бред. То есть, мета бота, в принципе, нерфы драконов и бафы Геролда не особо справились с ситуацией, потому что гангать бот это, в принципе, актуальнее. Вот. Ну и... Ну такое, то есть это должно что-то вообще быть, но сенсационное, потому что даже если сильно бафнут Геру, все равно на второго Геру бот просто придет и заберет его. То есть если будет выигран бот, то он просто, они придут и заберут, просто свапнутся с топом. Поэтому надо что-то делать или просто гангать бот почаще.
если нет каких-то... Ну, джинкса вроде как не имеет особо контроля, но вот почему-то там тоже не особо. Ну, ульта, да. Ну, и там и до ульты ганги залетали, губы. Ну, неплохой ганг мне понравился. Я пропустил милишников, правда, из-за этого недогангера. Ладно. Ну, мид выигран, мид перефармлен. Наконец-то, это моя первая нормальная... Ну, еще была до этого, то есть там тоже что-то такое был фарм. Но все равно, то есть, как я был под конец сезона, и вот что сейчас, это, конечно, разница огромная. Плюс, нельзя забывать, это платина 4 где-то Зои. А до этого я против алмазиков фармил больше. То есть, все равно это low skill. Ну, не-не-не, Зои. Определись уже, что ты. Ты теряешь крипа как минимум одного. Да, да, да. Вот так вот. Сейчас попробую даже как-нибудь. Ну, не знаю, с ульты играть или нет. У меня сейчас она быстрее откатится. Там Лисин что-то забыл. Ну хотя что забыл, он там все время стоит. Это нашел он что-то забыл на ТП. Ой, блин, что-то я вообще зафейлил камбу. Чересчур рано ешку нажал. Ну ладно. Ну, Лисин, не, Лисин. Это не так работает. Зои байтит на эту фигню, не. У меня сейчас еще Игнайт откатится. Ну, Лисин. Ты же гангать собрался. Тут уже все. Ну, в принципе, Камина реально правильно делает, потому что вот это вот... Эти олафы не гангующие, ничего. То есть, казалось бы, он такой по уровню перегоняет. Но в итоге Лисин пополезнее будет. И дракона, ну, логично. Гангую бот, забираю драконов. Гангую топ, не забираю ничего. Зато хвалюсь, что я много фармил. И у меня большой уровень. Лесник он же не должен особо. Если это не какой-то там гиперкерри лесник. Не должен он быть таким диким. Ну, в плане забора ресов по карте. А тут вот у нас что-то и Владимир, и Джинкса, и Олаф, и Камила. Ну, проблема. Бладки. Как бы такое. Вообще страшная ульта у Сараки, блин, я уже два раза обосрался, если честно. Ну, что это такое, блин, сделайте нормальную анимацию. Это как новая пушка у Офелия. Это нереально просто. Ну? Это бред. Это бред. Блин, ладно. Но в итоге Тима выиграла там на боте. Благодаря Камиле, конечно же. Олаф бесполезен. Не, ладно, я, наверное, соберу это. Ну, это тут я. Я чересчур думал, что урон будет не такой большой от тавер-хитов, но в итоге я лишний тавер-хит словил. Ну, скорее даже не тавер-хит, то есть я рассчитывал на это, но в итоге хила мало или... Ну, ладно. Фигово я рассчитал все это. Ну, я все еще ее перефармлю, все еще перегоняю по XP, как бы, ну, и вообще у нас все, кто должен получать много ресов, получают. У нас, в принципе, перефарм у них их дикий, потому что Джинкса перефармливает, Олаф перефармливает. Хотя, конечно, лучше бы он гангал бот и собирал драконов, потому что это Олаф, Карл. Он должен уже, я не знаю, 2 из 2 забирать, то есть это прям без шансов. Да, но... Ну, давай, залетай, чё. Ну, ты написала, я как бы иду, но чё это такое? Ну, тут такое. Что это за уроны такие? Ой-ой-ой. Ну, можно ещё. И она ещё фуловую эту хину. Ладно, тут типа, можно, пожалуйста, убежать отсюда всем? Я не понимаю, что происходит. Просто не понимаю. Ну. Ой, блин. Джинкса делаем.
Делаем. А, все, он забежал. Хотя он может эскейпнуть, но навряд ли. Да, ладно. Забираем Герольда лучше. Ему, по-моему, я не помню, его забирание стало проще. То ли глаз больше урона наносит, то ли он может спауниться под конец. То есть, или ну, как-то так. То есть, там больше спаунов глаза. Или как-то так, я не помню. Ну, что-то его именно не его силу апнули, а то, как его просто забирать. Вот, вроде как он много чего убивал, но в итоге по уровню дико отставил. Сейчас я вообще 12-й апнул, прям кайфурики. Но я много времени выиграл, все из-за большого отхила, то есть был бы я на быстром Владимире, то есть на через фазовый рывок, я бы не смог столько сустейнить, как бы тут вот. Ну, 4 стака это в процессе настакались, конечно, но все равно. Все, нормальный ботиночек есть. Хотя можно было кусок еще один. Блин, вот я думаю, еще один кусок Рабадона собрать. Я же все-таки один приоритизировал, значит и второе надо приоритизировать. Я очень жирненький, поэтому. Потом, я не знаю, можно будет собрать Магрез. Как-то так. Какого-нибудь Магреза. Ну, понятное дело, облачение, но вот. Такое, да. Неплохо. Ну, Герольд, конечно, убогий выпущен был, только что это прям без крипов. Он, ну, нельзя так делать. Вот его сейчас заберут, блин, на изи. Он должен второй раз вот в идеале стукаться. А он в итоге... Сейчас Зои подлетит. Ну и не. Ну и в итоге Олаф стилит, как бы, ну... Такое. Ну, все, это изи вин. Если они сейчас не зальют, но ульты у Офелия нет, поэтому без шансов. Не. Неплохой прок получился, потому что на флеш прожал, я предлагаю прям имбовая фича Владимира. Ну все, то есть. Изи. Хотя у нас жадный сетапчик. Ну, у них тоже, у них, по идее, еще жаднее сетап. То есть у них там еще и сап какой-то. Нет-нет, да, зависимо от этого. Ну. О, я немного понадеялся, что она как-то приостановится. Ладно. Вот. Неплохой получился эквалайзер от Рамбла. Вот. Поэтому мы сейчас обосрались. Инфернал. Они бегут за Инферналом. Да. Ну, мы, конечно, сильнее, то есть я собрал ранний Рабадон, то есть это прям вообще изи. У нас как бы сап, конечно, какой-то бред билдит, это реально. Ну что это? Вот, то есть, это прям вот такое себе. Как бы, вроде как платка, а сап не понимает, что типа Джинкса... Камилла, Олаф, Джинкса с этим, то есть тут все агрессивные ребята, то есть на трех будет идеально заходить к одиннице, и вот пацан билдит вот это вот. При этом это еще что-то сложное, то есть я понимаю, у них было бы много контроля, не было бы у нас много автоатакеров, и она бы забилдила к одиннице. Но она забилдила, наоборот, более сложный предмет. Ну, логика, наверное, то, что Магрез, и у них как бы немало АП, но... У них и АД тоже много, лол, то есть разница не такая большая. Лучше бы она, я не знаю, чашку собрала хотя бы. Потому что ее только на ПБЕ понерфили, Сараку, в плане как дамагера. Такое. Что-то я прям по дико по XP просел, что это такое?
на левел отставала даже на полтора, а сейчас на левел перегоняет меня. Ну, не то чтобы на левел, наверное, но все равно. Что за файт? Так-то меда нет у них. Ну так, для справки. А они бегут драться. Типа, ну, пока крипы не подошли, они бегут. Ну, вот реально какие-то макро-решения прям пипец проседают, то есть... Ну, можно помочь мне, пожалуйста, люди. Или тут людей как бы нема, да? Типа, вот саппорт такой. А чё, а я по автоатакую? Ой, блин, один олов чуть подошел. Ну ладно. Они бы хотя бы просто подошли и вот тут били таверку, чтобы типа загреть. Как бы. Ну и 5 ассистов. 5 ассистов. И маленький хитбокс ульты Офелия. Казалось бы, она попала, то есть это вообще редкость для Лиги Легенд. Как бы. Не-не-не. Не-не-не. Ну, хоть тут даблкил можно получить, потому что союзники все умерли. По кайфу. Ну, Джинкса в основном. Стелила, конечно. Редиска. Хотя у нее тоже вообще аж 9 ассистов, блин. Чё к чему, видимо, просто онли командные киллы. Ну все, всем спасибо, лайки, подписочки. Интересная игра получилась. Ну хотя какая может быть интересная игра в голде? Ну ладно, в платине.